Эту безлюдную высокогорную пустыню посередине американского штата Невада чужим путь категорически закрыт. Здесь находится особо секретная территория, о которой ходят самые невероятные слухи. Когда-то эта зона входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США. На нем проводились подземные ядерные эксперименты. Она расположена рядом с городком Танопа, аэродроме Неллис. Ставили на крыло новейшие в ту эпоху образцы авиационной техники. И вдруг в 1951 году на дне высохшего озера Грумлейк, южнее Танопы, развернулись загадочные строительные мероприятия. Весь персонал аэродрома, вплоть до медиков, неожиданно вывезли с базы, и казармы на полгода заняли военные строители. Часть взлетно-посадочной полосы была разобрана и перенесена под землю. После окончания работ приемку объекта осуществляли люди в штатском. Затем взлетно-посадочная полоса была восстановлена, чтобы все выглядело как прежде. На базе были приняты беспрецедентные меры по охране не только наземной территории, но и окружающего воздушного пространства. Территория получила кодовое название «Зона 51». Считается, что это самое секретное место на Земле. Эта история началась в Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико, 25 июня 1947 года. Местный врач-стоматолог сообщил, что наблюдал в небе странный летящий предмет в виде тарелки и размером с половину Луны. Два дня спустя в том же районе военные зафиксировали белый светящийся объект, пролетевший недалеко от ракетного полигона White Sands. А вечером 4 июля над штатом разразилась сильнейшая гроза. Все вокруг освещалось вспышками молнии, раздавались оглушительные раскаты грома. Летние грозы – характерное явление в тех местах. Но фермеру Майку Брейзелу из Розуэлла показалось, что среди раскатов грома был какой-то особенный звук, больше похожий на взрыв. На следующее утро он пошел искать овец, которые от страха перед грозой прорвали заграждение ранчо и разбежались. Но неожиданно наткнулся на дымящуюся воронку. По краям воронки были разбросаны какие-то куски непонятного материала. А на самых крупных обломках виднелись загадочные знаки, напоминающие цифры, сложенные в столбик. Спустя некоторое время о находке стало известно властям. Воронка с обломками была оцеплена военными, а самого фермера отвезли на базу ВВС, где заставили подписать документ, как будто он ничего не видел, ничего не знает и обязуется держать язык за зубами. Тем не менее, по штату поползли слухи, что под Розуэллом произошло крушение инопланетного корабля. И на месте катастрофы, помимо останков летательного аппарата, были найдены тела пилотов. Странного вида человечки, неземного происхождения. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной и второй такой существовать не может. Слухи вокруг события в Розуэлле продолжали расползаться по штату и за его пределы. Несмотря на предпринятые военными попытки засекретить факт крушения неопознанного летающего объекта, особенно бурно обсуждалась тема человечков. Некоторые утверждали, что их было трое, другие, что четверо. А есть и такие, кто озвучивает количество 5 погибших.
Слесарь, работавший на военной базе в Розуэле, утверждал, что видел, как санитары на носилках перенесли в госпиталь тела пришельцев. Администратор того же госпиталя рассказывала, что помогала двум врачам в палате, где исследовались три инопланетных тела. Она точно запомнила, что у пришельцев было по четыре пальца на руке. Даже губернатор Нью-Мексико отметился сообщением, что видел четырех маленьких мужчин. Один из них был жив. Чиновник утверждал, что у них были большие головы, большие глаза и маленький, как щель, рот. Дальше больше. Стали привлекать журналистов, стали привлекать кинооператоров, фотографов профессиональных. Ну, была игра хорошая. А потом, когда поняли, что могут за эту игру получить по шапке от вышестоящих, там, вплоть до ближайшего окружения президента страны, и вдруг все замолчали, и народная молва, значит, сразу... Что-то тут не то, значит, что-то раскрыли. После того, как история в Розуэлле стала выходить из-под контроля военных, агенты ФБР резко вмешались в репортерскую кампанию вокруг крушения инопланетного корабля и пригрозили журналистам страшными карами. Очевидцы были вызваны на допрос, где подписали признание, что отказываются от своих слов. Последний слух, который совсем недолго ходил по Розуэллу, был таков. На базу приземлился военно-транспортный самолет. На его борт в режиме строгой секретности погрузили ящики с обломками таинственного объекта, обнаруженного на ранчо фермера Майка Брейзела, и капсулы с каким-то биологическим материалом. Капсулы были привезены из местного госпиталя. После погрузки самолет сразу взлетел и взял курс на Неваду. Так называемый Розуэльский инцидент вскоре был забыт. А через несколько лет в Неваде, близ озера Грумли, начались секретные строительные работы на авиабазе Неллис. К концу 1951 года стройбат закончил свою работу. И на его место прибыла команда, носившая кодовое название «Красный свет». Команда состояла из 800 человек. Все они жили на базе. Объект был окружен тройным кольцом охраны. Небо над базой контролировалось несколькими батареями ПВО. Затем появились люди в гражданской одежде. Это были ученые, имевшие допуск к работам с самой высокой степенью секретности. Некоторые из них до этого трудились над знаменитым проектом «Манхэттен» по созданию атомного оружия. В документах бывшая авиабаза стала именоваться «Зоной 51». Сразу поползли слухи, что именно сюда были доставлены останки рухнувшего под Розуэллом инопланетного объекта. И не только его. По неподтвержденным данным, в период с 1947 по 1951 год в Аризоне потерпели аварию еще несколько НЛО. Этим тарелкам военные дали кодовое название «Элиан». Вот эти «Элиан» были перенесены, перевезены, доставлены, короче, в определенный район, в другой штат, в Неваду, в район Неллис, в район озера Крум-Лейк, который потом стал называться условно «Зона 51» по там, местной высотке с этим, с таким же наименованием. Вот, и у нас об этом знали тогда, но все это было секретно. Далее стала просачиваться информация, что сотрудники базы сумели частично восстановить разбившиеся инопланетные летающие объекты и даже попытались совершать полеты на них. По другой информации, корабли инопланетян были просто скопированы. Действительно, какие-то сведения просачивались с территории базы, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению режима секретности. Особо пронырливым репортерам стало известно, что в глубоких подземных ангарах зоны 51 находятся три НЛО, два из которых были целыми, а третий — разобранным.
Также просочилась информация, что в таинственных лабораториях, находящихся глубоко под землей, в особых атмосферных условиях, содержались два живых гуманоида-инопланетянина. Один был одет в серебристый костюм, на другом – коричневый обтягивающий комбинезон. Оба существа невысокого роста, с серовато-белой кожей. Один, по слухам, умер в 1952 году, другой прожил еще 8 лет. На самом деле это были странные существа такого бесполого образа вида, которые хранились там и исследовались на протяжении нескольких десятков лет, начиная с 1947 года, когда под Розуэллом произошла авария летательного аппарата, летающей тарелки. Чтобы попытаться максимально закамуфлировать истинную задачу базы у высохшего озера Громлейк, военные решили провести так называемую «операцию прикрытия». На аэродроме был создан летно-испытательный институт авиаконцерна «Локхед». В 1955 году здесь начались испытания легендарного летающего шпиона У-2. Это тот самый самолет, который 1 мая 1960 года вторгся в воздушное пространство СССР и был сбит над Свердловском новейшей в то время советской зенитной ракетой. Территория зоны 51 как нельзя лучше подходила для постановки на крыло новейшей авиационной техники. Безжизненный лунный ландшафт на высоте 1500 метров. Абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. Полеты гражданских самолетов были запрещены здесь еще в середине 40-х годов в связи с проводимыми в удаленных районах Невады ядерными испытаниями. Но когда кто-то из обычных летчиков с других авиабаз случайно попадает в пространство над Неллис, случайно там или, не дай бог, совершит посадку, то они потом проходят буквально все круги ада для того, чтобы выбраться оттуда. Дают десятки подписок о неразглашении, и копии этих бумаг всех видели журналисты и ученые всего мира. То есть это еще раз доказывает то, что там проходят какие-то секретные эксперименты и испытания. О том, что в зоне 51 испытываются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х годов в Аризоне и Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузе. Целью программы, по его словам, было создание авиационных двигателей, аналогичных тем, что установлено на летающих тарелках. Через увеличительную оптику НЛО над Громлейком не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Попросив не называть их фамилии, специалисты авиабазы Неллис рассказывали, что на экранах радаров не раз наблюдали, как объекты, летающие с немыслимыми скоростями над зоной 51, внезапно, как по команде, останавливались и зависали в воздухе. То же самое наблюдал и оператор мощной радиолокационной станции из Лас-Вегаса. Вот типичное высказывание людей, работавших в Неваде. У нас там есть вещи, которые в буквальном смысле слова не из нашего мира. Мы работаем с такими невероятными проектами, что режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас позеленел бы от зависти. А бывший президент компании Lockheed Advanced Development Бен Рич, который стоял у истоков создания «Зоны 51», был предельно лаконичен. НЛО существует как построенные человеком, так и внеземные. Причем некоторые инженеры, которые разработали такие технологии, как, например, стелс, то есть самолеты-невидимки, однозначно намекали на то, что все идеи были взяты от пришельцев. Скорее всего, той самой тарелки, которая упала в Аризоне, как раз
Говорят, что именно благодаря исследованиям этой тарелки и появились кое-какие наши прорывные проекты с точки зрения физики и электроники, как там прорыв в полупроводниках, в мобильных телефонах, каких-то видах связи новых, которые до сих пор и в самолетостроении, и ракетостроении. Информация о зоне 51, просочившаяся в печать, вызвала огромный интерес. И любители сенсаций потянулись в этот богом забытый уголок Невады. И тут они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Несмотря на официальные заявления об отсутствии каких-либо секретов, попасть в этот район было невозможно. Круглосуточные патрули. Территория, огороженная колючей проволокой с подведенным электричеством под высоким напряжением. Письменные предупреждения, недвусмысленные угрозы охранников явно свидетельствовали, что здесь происходит нечто неординарное. Это возбудило еще больше любопытства. Дело в том, что разная степень допуска была вот у ученых и у журналистов к этой теме. Это очень показательно, потому что это свидетельствует о том, что правительство и люди, которые были причастны к этому, всему таинственному действу, они очень весьма по-разному в разные времена относились к этой проблеме. То есть такое ощущение, что когда-то это было как бы открыто все и все известно, а когда-то вдруг все это закрывалось, покрывалось таким флером, муаром жуткой секретности. Скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее, поскольку с близлежащих гор зона 51 просматривалась очень даже неплохо. И тогда военные потребовали у правительства расширить территорию объекта, включив в него все окрестные возвышенности, чтобы, как было написано в заявке, предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности. Конгресс внял несокрушимой логике военных и дал согласие. С 10 апреля 1995 года горы, так беспокоящие секретные службы, стали законной территорией зоны 51. По существу это стало первым официальным признанием того, что таинственная база существует. И дотошные журналисты и фанатики-уфологи все эти годы говорили правду. У общественности затеплилась надежда, что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе. Но никто никому ничего открывать не собирался. Некоторые материалы дошли до нас. Но в основном, конечно, постарался бывший физик, который там работал, Боб Лазар, Роберт Лазар, который написал книжку, которую удалось вот достать и прочитать, а потом она даже была переведена в 90-е годы в России, в Москве. Физик Боб Лазар с декабря 1988 по апрель 1989 года возглавлял экспериментальное отделение в зоне 51 и работал на объекте, известном под кодовым наименованием С-4. Приглашение Лазара на эту работу стало для военных мерой вынужденной и недостаточно проработанной. Дело в том, что в мае 1987 года при попытках вскрыть реактор одной из тарелок в вертикальной шахте ядерного полигона произошел взрыв. Погибли трое ученых. Нужна была замена. Среди прочих, выбор пал и на молодого физика, который до этого работал над секретными программами в Лос-Аламосе. По свидетельству Лазара, программа на объекте С-4 состояла из трех проектов. Проект «Помощник», в рамках которого разрабатывалось лучевое оружие на нейтронах, фокусируемых специальными гравитационными линзами. Проект «Зеркало», позволяющий заглянуть в прошлое. И третий проект «Галилей». Как раз к нему Лазар имел самое непосредственное отношение. Это была работа по воссозданию антигравитационных двигателей. Технологию этих двигателей передали существа из бинарной звездной системы, которая удалена от Земли на расстояние в 30 световых лет. Самих инопланетных существ на объекте С-4 физик не видел, но его познакомили с весьма любопытными документами. В
толстых папках, которые показали Лазару коллеги, находились черно-белые фотографии погибших инопланетян, а также медицинские заключения об их вскрытии. Согласно описанию, у существ была сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими миндалевидными глазами. Волосяной покров отсутствует. Погибли ли эти гуманоиды сами или были умерщвлены? Об этом ученому ничего не сказали. На самом деле информация об этом очень ограничена, и то, что вот доходило до нас и до уфологов, которые этим занимались, и по данным, которыми мы обменивались с американскими нашими коллегами, речь шла о каких-то живых существах, живых, которые находились в каком-то, были погружены в какое-то состояние пограничное, непонятное, полуживое, полумертвое, но тем не менее, даже трудно о них было говорить, живы ли или нет, потому что все функции их организмов были неизвестны, как они действуют и работают, потому что у них было все другое. Обо всем этом весной 1989 года Роберт Лазар поведал с экранов телевизоров. После чего к журналисту Джорджу Кнейпу, вытащившему на свет эту историю, стали обращаться десятки новых свидетелей, которые не только в деталях подтверждали рассказ молодого физика, но и значительно дополняли его. Пилот-испытатель, а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус, в декабре 1995 года признался, что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков, позволявших им научиться летать на захваченных НЛО. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дерек Хеннесси, в 1982 году служивший на этом объекте, обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором, в котором плавали тела. На все эти новые свидетельства американские власти отреагировали весьма оригинально. Они решили взять инициативу в свои руки и рассекретить документы ЦРУ. И что же было представлено публике? В 400-страничном докладе нет ни одного упоминания о НЛО. База, как свидетельствуют документы, использовалась исключительно для испытания секретных военных самолетов, включая первые самолеты-невидимки, неуловимые для радара. Их, как прокомментировали представители спецслужб, и принимали за инопланетные корабли. Доклад этот уфологи признали как самый настоящий отвлекающий маневр и категорическое нежелание раскрыть истинную тайну зоны 51. И судя по всем признакам, эта тайна еще долгое время будет считаться самой охраняемой в мире. Это произошло в Гималаях в 1996 году. Российская научная экспедиция обнаружила несколько древних каменных сооружений с необычными знаками. Попытавшись расшифровать загадочные изображения, исследователи сделали любопытное открытие. Раньше два полюса нашей планеты были совсем не там, где сейчас. Земля неожиданно повернулась на 60 градусов, и это перемещение вызвало катаклизмы глобального масштаба. Их отголоски можно услышать в многочисленных легендах о всемирном потопе. Но кто сказал, что наводнение времен Ноева ковчега было последним? Попытавшись смоделировать новое смещение земной оси, исследователи пришли к ошеломляющему выводу. Россия будет тропической страной. Новый экватор пройдет примерно в районе Тюмени. Поднимется уровень океанов.
Утонут Великобритания, Голландия, Бельгия, север Германии, часть Польши, Италии, Украины и Франции. А вот Северный полюс сместится в район Соединенных Штатов Америки. Причем пик его окажется на том самом месте, которое испокон веков заставляет трепетать всех, кто хоть когда-нибудь там побывал. И место это именуется таинственно и страшно. Башня дьявола. Посреди бескрайних просторов американских великих равнин на территории штата Вайоминг высится странная одинокая скала. У кого-то из местных жителей она вызывает благоговейный трепет, а у кого-то – неподдельный страх. С нею связано множество загадок и легенд. Кто и когда прозвал эту скалу башней дьявола, неизвестно. Но название это появилось неспроста. На самом деле местные индейцы называли в течение, там, я не знаю, много веков и, может быть, тысячу лет назад, называли совершенно по-другому. Называли вершина истины, последний шаг в небеса. Вот такие были романтические названия. И у индейцев бытовало такое поверье, что самый мудрый шаман, чтобы вот получить истину, он должен попытаться взобраться на эту возвышенность. Первая загадка скалы. Как и когда она появилась на совершенно плоской равнине? Есть версия, что более 50 миллионов лет назад в этом месте плескались морские волны. Но однажды подводный вулкан проснулся и выбросил вверх столб расплавленной магмы. Эта магма застыла в виде базальтовой башни из пучка граненых пятиугольных столпов. После этого море отступило, и посреди абсолютно ровной местности осталась одинокая скала удивительно правильной формы. Со временем солнце, вода, ветер, сезонные и суточные перепады температуры убрали лишние осадочные породы, отполировали до блеска граненые каменные бока, и скала еще больше стала походить на искусственное сооружение. Это теория геологов. Такого типа башен, которые учеными-геологами называются инзельбергами, то есть островными горами или горами-островами, в мире еще несколько десятков. То есть это определенная геологическая формация, которая образовалась там миллионы лет назад из таких вот сложных очень конкреций. И поэтому вид у нее очень загадочный и такой вызывающий какие-то далеко идущие мысли ученых о ее происхождении. Наиболее известные островные горы – это столбчатый мыс на Кунашире и мостовая гигантов в Ирландии. Эти объекты обладают схожей архитектурой, структурой, однако все равно отличаются от скалы в штате Вайоминг. Внешне башни дьявола в США словно сложенные пучком каменные столбы с неестественной для природы геометрией в виде правильного пятиугольника. Однако обитатели здешних мест не принимают геологическую, то есть научную теорию происхождения башни дьявола. Стихия не способна создать сооружение абсолютно правильной формы. Поэтому, считают аборигены, скала рукотворна. Но кто мог воздвигнуть такую громадину высотой почти 400 метров? А это в 2,5 раза выше пирамиды Хеопса. Разумеется, существо, обладающее сверхъестественной силой. Но что это за существо? Вот тут и возникает ряд любопытных моментов. Индейцы никогда не селились в этой местности и в обычной жизни старались обходить ее стороной. Они назвали эту скалу «башней плохого бога». Не страшились башни только шаманы, которые устраивали у подножия горы колдовские шабаши. Башня давала, открывала дорогу в небо, открывала истину, и индейцы, совершая обряд, обходили эту башню, костры жгли, вопрошали, шаманы совершали определенные обряды.
Согласно легенде, на вершине скалы живет злой демон. Именно он и воздвиг для себя такое грозное и неприступное жилище. Демон люто ненавидит весь род людской и горит неистовым желанием стереть его с лица земли. Для этого он бьет в огромный барабан, извиваясь в диком танце и созывая в свое войско темные силы. Но едва огромная армия его приспешников собирается вокруг башни плохого бога, как на небе сгущаются тучи и начинается гроза. Это добрые небесные ангелы пресекают шабаш, поражая нечистых и их вождя огненными стрелами молний. Демон вынужден прятаться от них внутри скалы, а его вояки позорно разбегаются. Впрочем, через некоторое время демон забывает полученный урок и снова начинает свои козни. Для индейцев вопрос, существует ли душа или духи внутри башни дьявола, это даже не вопрос. Безусловно, существует, им требуется поклонение, им требуется уважение, их нельзя никоим образом, по мнению индейцев, тревожить, ну и так далее и тому подобное. То есть башня дьявола – это не просто место обиталища некого там существа, некого дьявола, как по версии европейцев, это и есть само существо. Другая индейская легенда иначе объясняет возникновение башни. В этой местности обитал злой дух в облике огромного медведя-людоеда. Однажды зверь напал на несколько красивых девушек. Спасаясь от кровожадного монстра, они взобрались на небольшой валун. Медведь бросился за ними, раздирая камень острыми длинными когтями. Тогда красавицы обратились к валуну с мольбой о помощи. И он услышал их мольбу и стал быстро расти, превращаясь в высокую скалу и унося девушек вверх, к небесам. Но одна юная красавица замешкалась и почти оказалась в звериных лапах людоеда. Он продолжал преследовать ее, и продолговатые следы, которые остались на этой башне, они как раз вот пробиты вот как раз огромными когтями этого медведя, который карабкался на отвесные скалы за этой девочкой, которую пытался достать. Казалось, спасения нет. Но произошло чудо, и девушку, которая замешкалась, и остальных ее подруг, некие силы превратили в птиц, и все они взлетели в небо. Теперь юные красавицы сияют там созвездием Плеяды. А злого и кровожадного медведя порыв ветра сбросил с вершины скалы, и зверь разбился насмерть. Но следы от его когтей в виде геометрически правильных складок, напоминающих гофре на женском платье, навсегда запечатлены на башне. Всегда любой объект, географический, природный объект, необычный, он привлекает людей и порождает много легенд. Легенды всевозможные, сказания, предания и так далее. И, безусловно, в древности индейцы, конечно, наделяли этот столб гигантский, эту возвышенность, ну, придавали какие-то волшебные свойства. Исследователи утверждают, что легенды на пустом месте не рождаются. И эта скала действительно обладает колдовской силой. Здесь патогенная зона. Это означает, что вокруг башни дьявола сильно искажаются процессы жизнедеятельности, и окружающая атмосфера порождает странные явления. К примеру, многие видели на ее вершине какое-то загадочное свечение, что дало повод говорить. Скала является посадочной площадкой для НЛО. Это мнение уфологов невольно подкрепил режиссер Стивен Спилберг своим фильмом «Близкие контакты третьей степени». В его картине сцена, где огромный корабль инопланетян приземляется на плоской вершине горы, снималась как раз на башне дьявола. Случайно или намеренно выбрал режиссер такую натуру для съемок? Там происходят какие-то геологические такие катаклизмы мелкого формата, что называется, какие-то небольшие извержения, небольшие какие-то такие всполохи. Все это говорит о том, что место неспокойное. Естественно, что это могло вызвать и такие крайние по своему объяснению события, как прилеты, отлеты каких-то объектов. То есть на самом деле это могут быть и
шаровые молнии, очень похожие на такие плазменные какие-то образования, похожие на НЛО, вот, природа которых до сих пор не разгадана. Еще одна неразгаданная загадка башни дьявола. Скала категорически не подпускает к себе белого человека. Впервые колонисты из Европы оказались в этих местах в начале 19 столетия. И поначалу, следуя советам индейцев, сами обходили стороной таинственный объект. Но неиссякаемая сила любопытства тянула пришельцев к скале, толкая их на покорение вершины. Но не тут-то было. Какая-то неведомая преграда каждый раз возникала перед смельчаками, которые пытались взобраться на башню дьявола. Башня считается неприступной, ну, скажу, относительно неприступной, потому что за всю ее историю на башне побывало 4 человека. Из них половина – это люди, которые оказались там, ну, не совсем по своей воле, для спасения других. Оказалось, что несмотря на многочисленные попытки, даже самые именитые альпинисты, за исключением одного единственного альпиниста, все остальные терпели фиаско и, к сожалению, признавали, что вот величие и неприступность Devil's Tower выше их возможностей. Первое восхождение на башню дьявола было совершено еще в 19 веке. 4 июля 1893 года двое фермеров, обосновавшихся в Вайоминге, Уильям Роджерс и Уиллард Рипли, без всякого альпинистского снаряжения, просто загнав колышки в трещины скалы и закрепив на них деревянные лестницы, взобрались на самый верх демонической скалы. Некоторые из этих деревянных колышков остаются нетронутыми до сих пор. Затем в 1938 году вершины достиг скалолаз Джек Дюранс. Однако никаких документальных доказательств этого восхождения он не оставил. Поэтому так называемый подвиг Дюранса многие подвергли сомнению. Но спустя некоторое время альпинисту вновь пришлось подниматься на башню дьявола. Только уже против своей воли. Но об этом чуть позже. Четвертым смельчаком, который решил попасть на вершину и всех удивить, стал известный американский трюкач и парашютист Джордж Хопкинс. Он поддался на уговоры устроителей большого авиационного праздника в расположенном неподалеку городке Рапид-Сити. Уговоры были подкреплены чеком на солидную сумму. Не устояв перед соблазном наживы, Хопкинс согласился прыгнуть на башню дьявола с парашютом. Этот сумасшедший прыжок привлек множество зрителей. С самого начала все пошло не так, как было задумано. Хопкинс вроде бы благополучно приземлился в самом центре площадки. Но тут порыв ветра подхватил парашютиста и потащил его к краю обрыва. С большим трудом Джорджу удалось освободиться от строп в самый последний момент, когда гибель уже казалась неизбежной. Но теперь перед отважным покорителем вершины встала другая проблема. Как спуститься вниз? Сначала Джорджа Хопкинса попытались снять с вершины вертолетом. Высота небольшая, да и площадка наверху просторная и плоская. Но из-за сильного ветра ни одна попытка подхватить пленника со скалы у вертолетчиков не удалась. Мне казалось, что ситуация более чем простая. Поднимали на вертолетах людей и даже с тонущих судов. Но с башни дьявола это оказалось невозможно, потому что ни вертолеты не могли спуститься, ни альпинисты не могли подняться, чтобы снять оттуда незадачливого парашютиста, которому угораздило приземлиться на эту точку. Потом спасатели попытались сбрасывать с воздуха тюки с альпинистской амуниции, чтобы Хопкинс сам попытался спуститься вниз при помощи профессионального оборудования. Но амуниция или пролетала мимо, падая в пропасть, или билась о скалу, после чего веревки приходили в негодность. Да и не за что их было зацепить. Когда была осознана вся серьезность безвыходной ситуации с парашютистом на башне дьявола, власти решили создать специальный комитет для спасения Хопкинса.
После нескольких часов беспрерывного заседания в Рапид-Сити спасатели решили хоть как-то облегчить судьбу пленника. Но погода в этот день была нелетной, и поднять авиацию не представлялось возможным. Но как только небо немного прояснилось, над вершиной скалы закружилось несколько вертолетов, которые, к ужасу Хопкинса, подвергли его площадку и всю окружающую местность настоящей бомбардировке. С неба сыпались спальные мешки, консервы и множество тому подобных предметов первой необходимости, от которых пленник башни дьявола едва успевал увертываться. Все время, пока Джорджа Хопкинса снабжали с воздуха водой и пищей, на скалу один за другим пытались подняться профессиональные и именитые альпинисты. Но безуспешно. В то же самое время, не без иронии скажу, тот парашютист, который был вынужден в качестве Робинзона целую неделю провести на башне, рассказывал, что, к его удивлению, крысы в изобилии водятся на этом месте, и, судя по всему, крысы имеют возможность спускаться и подниматься по неизвестным каким-то своим крысиным ходам на поверхность, и, соответственно, для крыс это место абсолютно доступное. Когда последний профессиональный альпинист заявил, что одолеть башню дьявола невозможно, спасательному комитету пришла в голову мысль найти того самого Джека Дёрнса, заявлявшего ранее, что он покорил эту вершину. Скалолазы с большим трудом разыскали на восточном побережье США, доставили на место происшествия и почти силой заставили повторить восхождение. Дёрнс сумел взобраться на скалу и вызволить пленника. Самое удивительное, что в древних индейских преданиях есть упоминание о том, что давным-давно шаманы, презирая злого духа, живущего в скале, взбирались на вершину, чтобы познать высшую истину и победить страх перед неведомым. Что же тогда произошло, если современные альпинисты оказались неспособными одолеть гору высотой менее полукилометра? Я, конечно, не могу исключать, что в более ранние времена, может быть, сотни, может быть, тысячи лет, башня была более доступной, а сейчас, в силу обрушения доступных троп, она превратилась в неприступную крепость. В последнее время о башне дьявола исследователи заговорили вновь. Согласно версиям эзотериков, с этой скалой в Вайоминге связано некое географическое число 6666. Поистине дьявольское значение. Что бы это могло значить? Люди издавна верят в магические свойства чисел. К примеру, считается, что цифра 6 связана с Антихристом и приносит несчастье. Причем шестерки опасается не только простой народ, подверженный разным суевериям, но и люди вполне образованные, опирающиеся на познание мира с точки зрения материализма и требующие доказательств тем или иным явлениям, которые происходят вокруг. Некоторые из таких материалистов без зазрения совести считают, что число 6 – символ частицы дьявола в душе человека, платой за которую являются страдания при попытках избавиться от проклятия. Если от нее не избавиться, то появится психическая или физическая болезнь. Удвоенная шестерка – 66. Символическое олицетворение массового группового дьявольского вмешательства в души людей и даже целой нации. 666 – это единица измерения общечеловеческого дьявольского начала, ведущего к непредсказуемым последствиям, глобальным катастрофам, эпидемиям. А вот 4 шестерки могут угрожать не только людям, но и жизни на планете в целом. Есть мнение, что вся планета состоит из так называемых энергетических треугольников. Вряд ли можно считать простой случайностью, что расстояние между узловыми и самыми таинственными точками на планете, вершинами этих треугольников, составляет 6666 километров.
А именно, между Северным полюсом и священной горой Кайлас на Тибете, между островом Пасхи и Бермудским треугольником, между пирамидами Египта и многими другими таинственными и загадочными объектами на планете. Что интересно, от Стоунхенджа до Башни Дьявола те же 6666 километров. Сделав соответствующие вычисления, некоторые исследователи пришли к выводу, что Земля стоит на пороге крупнейшей в своей истории катастрофы. Произойдет сдвиг полюсов. Северный полюс дважды переместится ровно на 60 градусов, на третью часть полуокружности Земли, после чего окажется в штате Вайоминг. И в самом центре Северного полюса будет находиться Башня Дьявола. Ну, начнем с положения Северного полюса. Конечно, он меняется, полюс, и вполне возможно, но это уже ученые могут сейчас, очевидно, просчитать и указать, где там в ближайшие 100 лет или 1000 лет может находиться Северный полюс. Это первое. Второе, я бы, конечно, очень осторожно вот к этим подсчетам 6666. Не знаю, кто проводил эти измерения. Как утверждают исследователи, все расстояния с четырьмя шестерками между объектами на Земле, хранящими в себе неразгаданные тайны, были рассчитаны с помощью компьютерного моделирования. И поводом для таких расчетов послужили удивительные находки в Гималаях, свидетельствующие о том, что давным-давно магнитные полюса на нашей планете были совсем в других местах. Более того, есть предположение, что цивилизация атлантов было известно направление, по которому смещается земная ось, и Башня Дьявола – одно из искусственных сооружений, построенных древними зодчими как знак, предупреждающих далеких потомков о грядущей катастрофе. Если такая катастрофа произойдет, то на месте штата Вайоминг образуется ледяная пустыня, а вокруг будут бушевать волны нового всемирного потопа. Шел 1956 год. Сотрудники знаменитого Метрополитен-музея, который находится в Нью-Йорке на пересечении 5-й авеню и 82-й улицы, готовились к весьма ответственной экспозиции. На всеобщее обозрение предстояло выставить уникальные древние предметы. В течение нескольких десятилетий археологические экспедиции собирали их в Перу, Мексике, Венесуэле и на островах Карибского бассейна. Выставку назвали «Золото де Колумба в Америке». Наступил день открытия. Толпы людей буквально начали штурмовать музей в страстном желании увидеть уникальную экспозицию. А на следующее утро один из экспонатов внезапно исчез. Позже выяснилось, что с витрины его забрали люди, которые показали документы Министерства обороны США. Что же так заинтересовало военных? Древняя фигурка из чистого золота, но очень сильно напоминающая современный самолет. В каталоге выставки экспонат значился как «золотая птичка инков». Некоторые детали, а точнее дельтовидное крыло таинственной фигурки и вертикальная плоскость хвостового оперения, никак не вязались ни с обликом птички, ни с возрастом артефакта, определенного специалистами в несколько тысяч лет. Предмет тут же был отправлен на исследование. Их поручили провести инженерам авиаконцерна Lockheed. Когда фигурку поместили в аэродинамическую трубу, оказалось, что золотая птичка имеет идеальную конфигурацию сверхзвукового самолета. Но откуда инки могли знать законы современной аэродинамики? И тогда ученые выдвинули гипотезу. Древние обитатели Перу, где был обнаружен артефакт, сотворили из золота то, что видели своими собственными глазами. И случилось это тогда, когда с небосклона исчезла таинственная планета Фаэтон. В
800 километрах от побережья Тихого океана на территории современного Перу находится высокогорное плато Наска. Тысячи лет по этим засушливым местам проходили путешественники, племена аборигенов, испанские завоеватели и золотоискатели. И никто не знал, что с высоты птичьего полета открывается фантастическая картина, недоступная зрителям с Земли. Для кого предназначалась эта таинственная галерея? И галерея ли это? Вполне возможно, что рисунки и узоры на плато Наска – это некие навигационные знаки или географические маркеры. По мнению известного немецкого исследователя Эриха Деникина, странные фигуры, начертанные на Земле, говорят о том, что нашу планету когда-то посещали инопланетяне. Это событие и увидели местные аборигены несколько тысяч лет назад. И потом пытались запечатлеть в своем творчестве летательные аппараты и образы пришельцев. Здесь уместно вспомнить древнее предание инков, в котором говорится о некоем золотом корабле, прибывшем с далеких звезд. В предании есть такие строки. Кораблем командовала женщина по имени Арьяна. Ей суждено было стать праматерью земной расы. Арьяна родила 70 земных детей, а затем вернулась к звездам. Хорошо известный среди специалистов антропологический журнал «Мэн» не так давно опубликовал любопытную статью, где говорится, что анализ мышечных тканей, взятых у мумий, захороненных древними инками, показал, что ДНК у них сильно отличалась от ДНК современного местного населения. Действительно, у доисторических аборигенов была обнаружена группа крови редчайшей комбинации. В наше время такой состав крови известен лишь у 2-3 человек во всем мире. Не является ли это неким намеком на то, что древние инки могли совместно проживать с некими загадочными пришельцами и воспроизводить от этих пришельцев потомство? Еще одна сенсационная находка не дает покоя исследователям уже более 150 лет. Она была сделана в 1849 году в Египте. На стенах храма в Абидосе археологи обнаружили загадочные иероглифы. Это даже не иероглифы, а чертежи каких-то странных механизмов. Во многих из них четко проглядываются очертания боевых летательных аппаратов и бронетехники. Споры вокруг этих загадочных рисунков идут до сих пор. Ведь не могли древние египтяне создавать технику, подобную которой художники эпохи фараонов изображали в храме. Равно как и древние инки не обладали технологиями создания сверхзвуковых летательных аппаратов. Отсюда можно сделать только один вывод, что вот как бы те, кто принесли эти технологии, что технологии пришли извне. Мы, ну, теоретически можно допустить, что следы этих технологий уходят как бы к той самой планете Фаэтон. Впервые мысль о возможном существовании Фаэтона возникла у создателя небесной механики Иоганна Кеплера. Он обратил внимание на некое пустое место между Марсом и Юпитером, то есть свободную орбиту. И в 1596 году предположил, что там может находиться какая-то еще неоткрытая планета. В 1766 году немецкий астроном Иоанн Тициус, искавший гармонию в расположении небесных тел, установил числовую закономерность в расстоянии планет от Солнца. Согласно этой закономерности, между орбитами Марса и Юпитера должен быть крупный планетарный объект, который не указан ни в одном из известных атласов звездного неба. Ученые начали искать. Впоследствии был открыт так называемый пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Соответственно, возникло предположение, что мы имеем дело в данном случае с остатками погибшей планеты, взорвавшейся, скажем так. Действительно, между орбитами планеты Марс и планеты Юпитер сосредоточено огромное количество небольших космических тел, которые вращаются вокруг Солнца.
Известный немецкий астроном Генрих Вильгельм Кольберс еще в начале 19-го столетия выдвинул предположение, что там в древности находилась целая планета. Но из-за удара ужасающей силы извне или от удара изнутри планета взорвалась. Однако после себя она оставила своеобразное наследие, чем и являются малые космические тела в виде астероидов. Однако далеко не все исследователи соглашаются с подобной гипотезой. Как-то не тянет на то, что если эти камни все вместе собрать, планета получится. То есть, если был там какой-то взрыв, который привел к гибели планеты, находившейся там, то этот взрыв должен был адским, который должен был затронуть все планеты без исключения. То есть погибла бы вся Солнечная система. Тогда выходит, что пояс астероидов – это не куски разорванной когда-то планеты Фаэтон. Конечно, гипотезы европейских астрономов можно посчитать заблуждением, ошибками в вычислениях и прочими субъективными факторами. Но что тогда делать с более древними свидетельствами? Дело в том, что наиболее удаленные от Солнца планеты были известны еще древним шумерам, то есть задолго до официального открытия астрономами Средневековья близких и дальних объектов. И об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках, расшифрованные американским востоковедом Закарией Ситчином. Возраст табличек оценивается в 6 тысяч лет. Но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон, которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера. Более тщательная расшифровка шумерских иероглифов позволила предположить, что упоминаемый Фаэтон взорвался. И взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой. При этом, при всем, Земля наша подверглась какому-то, конечно, воздействию, но она уцелела. Она не стала крутиться в другую сторону, не потеряла атмосферы. Жизнь на ней продолжала развиваться. Да, Земля не сместилась со своей орбиты, не перевернулась и не разрушилась. Но будет ли корректным утверждать, что действительно была некая планета Фаэтон, затем она разлетелась на куски, и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой? Известно, что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа. Она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени. Эпоха вымирания длилась почти 200 лет. Это сопровождалось сметающими все на свете смерчами, которые безустанно кружились по поверхности Земли. Есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события. Они присутствуют в осадочных породах океанических отложений, которые были сформированы в это время. Ученые предполагают, что причиной катастрофы стал астероид, имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров. Он с огромной силой врезался в Землю, и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли. Огромная туча этой пыли на несколько лет закрыла Солнцу доступ к земной поверхности. В результате внезапно наступившей тьмы прервался процесс фотосинтеза. Вслед за фауной стала гибнуть флора. Как следствие, все крупные животные вымерли. Но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад. А первые упоминания о планете Фаэтон появляются гораздо позже. И не только появляются, но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах доисторической эпохи. Значит, взрыв Фаэтона, если он был, видели разумные обитатели нашей планеты. То есть наши с вами предки. Видели и, возможно, переживали его последствия. Но какие? Всего в мифологии. А что такое мифология? Мифология – это сакральная память, защищенная некими вот такими религиозными законами, которые запрещают. Один из мифов Древней Греции гласит: «Был у бога Солнца Гелиоса сын по имени Фаэтон.
родила его Клемена, дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице. Гелиос пришел в ужас. «Безумный, чего ты просишь? Сам великий Зевс не может править ею». Но Фаэтон ничего не хотел слушать, только молил отца исполнить его просьбу. Наконец Гелиос сдался. Фаэтон вскочил на колесницу. И кони помчали и выпустил от страха вожжи. Почувствовав свободу, еще быстрее понеслись кони. То взобьются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над землей. И тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету. Загорелись города, вспыхнул лес, вскипела вода в морях и реках. От жары стала трескаться земная твердь, и огонь проник даже в мрачное царство Аида. И воскликнула тогда Гея, богиня земли, обращаясь к Зевсу. «О, величайший из богов! Неужели должна я погибнуть? Неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси от огня то, что еще осталось!» Зевс услышал мольбу Геи, грозно взмахнул рукой, метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей. Ее осколки были разбросаны по всему небу. В глубокой скорби бог солнца Гелиос закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь от пожара освещал землю. И вот для тушения этого пожара Зевс вылил на землю большое количество воды, из-за чего возник всемирный потоп, приведший к массовой гибели людей. Ну, дальше из легенды мы знаем, что осталось всего два человека из живых. Здесь, разумеется, очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов, с библейским всемирным потопом. Как известно, ни одна из легенд не рождается на пустом месте. И миф об огненной колеснице появился, скорее всего, после падения на Землю крупного небесного тела. Возможно, это был метеорит, который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории. Возможно, комета с длинным огненным шлейфом. Но не исключено, что это был осколок погибшей планеты. Той, что по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам, находилась на орбите между Марсом и Юпитером. Но если эту третью версию принять как основную, то возникает вопрос. Кто мог определить, что это был осколок погибшей планеты? И кто дал ей имя Фаэтон? Ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии. А может, это имя пришло с самого Фаэтона? Действительно, есть версия, что эта планета была обитаема, причем разумными существами, по облику и интеллекту сродни землянам. Только уровень цивилизации на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня. Вполне вероятно, что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве. Однако в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло. Возможно, война. Возможно, природная катастрофа. И тогда фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места. Ну, если теоретически допустить, что обитатели вот этой планеты Фаэтон действительно разумные обитатели, обладали определенным технологическим уровнем, можно, конечно, допустить, что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты, да, некая их часть могла, в общем-то, эмигрировать, скажем так. Вот, и в частности, речь идет о том, что почему бы не допустить, что они могли эмигрировать на Землю, да? Если идти дальше по этой версии, то можно предположить, что место выбора убежища не было спонтанным. Обитатели планеты Фаэтон, скорее всего, знали о Земле, о ее атмосфере, гидросфере, климате и животном мире. Знали они и о людях. И, возможно, были с ними в контакте. Не со всеми, естественно, а с избранными. Возможно, что с потомками древних инков. И тогда получается, что рисунки на плато Наска в современном Перу – это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей фаэтонян.
Коллеги немецкого исследователя Эриха Деникина, того самого, который первый предположил, что Наска – это космодром, считают, что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю. Некоторые даже поселились на ней. Чтобы не привлекать к себе внимания, они стали жить по обычаям индейцев, удивив последних своими знаниями астрономии и прочих наук. Кстати, данное предположение вполне подтверждают апокрифические книги Еноха, где есть некое упоминание о посланниках с неба, спустившихся на Землю с определенной миссией. Интерпретация как ангельские существа, называемые стражами, которые передали женам человеческим некие технологии, там это, про это там, в общем, буквально пишется, там список приводится, что конкретно передали, там ремесленное искусство, там искусство обработки металлов, ну, массу всего. Даже искусство утравления плода, в частности. Более того, эти стражи вошли в физический контакт с женщинами, и, собственно, от них пошли вот эти вот расы гигантов, которая была впоследствии уничтожена Вселенским потопом. При этом фаэтоняне не выглядели как классические пришельцы, рисуемые воображением писателей-фантастов. Вероятно, они практически ничем не отличались от нас из-за того, что условия жизни на Фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты. То есть резкого диссонанса между разумными обитателями Земли и гостями из космоса не наблюдалось. По данным некоторых астрономов, на осколках Фаэтона, а ныне планетах-карликах, Церере и Палладе, до сих пор присутствует кислород и главное его производное – вода. Это значит, что Фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами, гораздо более древними, чем земляне. Теоретически, жизнь, похожая на земную, могла возникнуть на многих планетах Солнечной системы в разные периоды ее существования. Например, период, благоприятный период для возникновения жизни на Марсе был, как принято считать, многие миллионы лет назад. А теперь о самом главном. Что же все-таки произошло с Фаэтоном? Каковы были причины гибели планеты? Есть несколько версий. Первая говорит о том, что Фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел. Планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта, падавшего на Солнце. Орбита Фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера, и все закончилось глобальной катастрофой. Вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в Солнечной системе. Некоторые исследователи считают, что Фаэтон погиб в результате вулканической активности. Или всему виной стала центробежная сила, которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. Есть даже версия, что Фаэтон просто наткнулся на собственный спутник. Но больше всего исследователи склоняются к предположению, что планета погибла в результате экологической катастрофы или ядерной войны, или того и другого одновременно. Межэтнические и межконфессиональные распри достигли такого накала, что спровоцировали вселенскую бойню. В ход было пущено самое страшное оружие. Взрывы атомных бомб подняли над твердью и океанами черную радиоактивную тучу, а ударные волны стали раскалывать планету на куски. И когда фаэтоняне поняли, что это конец, они стали спасаться бегством на своих звездолетах. И единственным убежищем для них стала Земля. Правда, достичь ее удалось немногим. Разумеется, версия о когда-то обитаемой планете Фаэтон очень красива. Мало того, она очень назидательна, очень поучительна для тех людей, которые думают, что их действия экологические, военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными. То есть, если была какая-то планета, похожая на Землю, и эта планета исчезла, это лишний повод, я бы сказал, даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей Солнечной системе. В 1976 году в устье Ангары, на палеолитической стоянке древних людей, археологи обнаружили бивень мамонта. Уникальность находки была в том, что на бивне красовался вырезанный кем-то узор.
Изображение представляло из себя спирали с точек. Позже ученые установили, что находки около 30 тысяч лет. А в 1984 году в горах Ингушетии был обнаружен тайник жреца. Кроме посоха и других вещей, там была еще табличка из платины с таким же точно узором, как на бивне мамонта. Что это? Почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах, найденных в совершенно разных местах? Эзотерики предположили, что предназначение таинственных спиралей – не что иное, как послание. Но как расшифровать его? Ни один из специалистов в области криптографии не смог этого сделать. И тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций. И вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки. Мы прилетели с пятой планеты на третью. Скорость 32 километра в секунду. Если табличке около 30 тысяч лет, значит и гости у нас появились тогда же. То есть сразу после потопа. Следовательно, новое человечество было создано пришельцами с пятой планеты. А пятой планетой древние греки называли Фаэтон. Это событие произошло 20 июля 1969 года. В 8 часов вечера по Гринвичу посадочный модуль американского космического корабля «Аполлон-11» коснулся поверхности Луны. Еще через 6 часов откидная дверь открылась, и по титановому трапу на грунт спустился человек. Это был Нил Армстронг, командир корабля. 15 минут спустя к нему присоединился пилот Эдвин Олдрин. Астронавты установили флаг США, а затем начали собирать грунт. Все это время Армстронг и Олдрин держали прямую связь с Землей и комментировали свои действия. Вдруг командир корабля с дрожью в голосе сообщил, что за ними кто-то наблюдает. На Земле попросили подробностей. Но тут связь прервалась, а загадочные объекты ушли за горизонт, на обратную сторону Луны. То есть туда, откуда они и появились. По возвращении на Землю экипажа Аполлона этот инцидент был засекречен, но не предан забвению. Когда мы смотрим на Луну, то всегда видим один и тот же образ. Это происходит в результате того, что гравитационные силы Земли замедляют вращение своего спутника. Поэтому к нам он всегда повернут только одной стороной. Что находится на другой, обратной и невидимой с нашей планеты, всегда было одной из самых таинственных загадок. А после первых попыток заглянуть за лунный горизонт, все вдруг стало самым большим секретом. Что же на самом деле может скрывать от нас это неведомое полушарие? Версий немало. Первая версия – темная сторона Луны обитаема и живет там в особых поселениях, покинувшая когда-то нашу планету древняя цивилизация. Согласно второй гипотезе, там кладбище космических кораблей-пришельцев. Третья легенда гласит, что на темной стороне расположена военная база инопланетян, где идет подготовка к вторжению на Землю. Естественно, о невидимой стороне Луны большая часть легенд возникла буквально на нашей памяти, то есть начиная с 60-х годов, первых попыток запустить беспилотники к обратной стороне Луны, они как-то мало задумывались, ну, потому что это как мало задумывается человек о локте, который не может укусить. И вот только когда, так сказать, поставлена задача, только тогда люди и стали спорить о том, что там происходит. Некоторые историки, отставные офицеры секретной службы США, утверждают, что помимо традиционных атрибутов власти, каждый американский президент, впервые вступающий на свой пост, получает для ознакомления специальный и, пожалуй, самый секретный в Америке документ. В администрации Белого дома этот документ именуется «Книгой тайн». Первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанного летающего объекта на военной базе «Розуэлл» в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах. В
той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием «Зона-51», где хранятся тела этих космических существ. Сразу по прочтении книги «Тайн» президенты торопятся посетить таинственную базу. Неужели все так? Этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы в январе 2009 года. Его задал известный американский радиожурналист Майкл Смирконяш. Президент ответил черной шуткой. «Я бы рассказал, что написано в книге «Тайн», но тогда мне придется вас убить». Так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе? И какое отношение имеет Луна к загадке Розуэллского инцидента? Вопрос, над которым уже полвека бьются исследователи. Астронавты Армстронг и Олдрин, кроме лунного грунта, предъявили общественности лишь массу недомолвок. Но, видимо, у них была причина молчать. И прежде всего молчать о том, какова была истинная цель их высадки на поверхность спутника Земли. Остается только предполагать, что главный интерес вызывала именно обратная сторона Луны. Самое реалистичное предположение, для чего, что можно искать на обратной стороне Луны, заключается в вполне логичном представлении о том, что именно на этом месте может располагаться, причем абсолютно безнаказанно, абсолютно без какого-либо риска, любая база или город, или место базирования, все что угодно, не имеющее отношения к нашей цивилизации. С тех пор, как человек появился на Земле, Луна представляла для него самую сокровенную загадку. В древности люди считали спутник нашей планеты богиней-покровительницей ночи и поклонялись ей. С того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела. Диаметр Луны около 3500 километров, то есть меньше протяженности Соединенных Штатов от побережья до побережья. Вращается она вокруг Земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями, на которые влияют как притяжение нашей планеты, так и притяжение Солнца. В зависимости от того, насколько близко Луна в своем перемещении по орбите подходит к нам, или насколько далеко удаляется, меняется уровень прибрежных вод морей и океанов, так называемые приливы и отливы. Это уже после изобретения, конечно, телескопа, когда уже худо-бедно там стали рассматривать объекты, открыли, что на Луне есть горы, долины. И вот стали говорить, что распускать такие, значит, легенды о том, что именно на той стороне Луны существуют какие-то существа, похожие на людей. Ну и, соответственно, фантазия людей 18-17 века, ну, наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами. На самом деле мнение, что наш спутник обитаем, было широко распространено еще в глубокой древности. Предполагалось, что селениты, то есть жители Луны, ведут точно такой же образ жизни, как и земляне. А пифагорейцы утверждали, лунные растения гораздо красивее, а животные там в 15 раз крупнее наших. Древнегреческий философ Плутарх писал, «Как бы то ни было, но на Луне могут жить какие-нибудь существа». На Руси тоже считали Луну обитаемой. Причем, по мнению древних русичей, селениты – это никто иные, как сами земляне. Когда-то существовала легендарная цивилизация на русском севере, и называлась она Гиперборея. Гиперборейцы обладали уникальными технологиями, позволявшими им перемещаться по воздуху. И когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба, а по другой версии простые жители Гипербореи погрязли в грехах и разврате, то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули Землю, оставив паству на суд разгневанной природы. Куда эти покровители могли направиться? Первое, что приходит на ум – на Луну, как на самый близкий от нашей планеты космический объект. Там они и обосновались.
Ну, прежде всего, это у каждого народа свои были легенды и предания. Ну, было что-то исходное. То есть, были предания, что уставшие боги, причем это зародилось одновременно и у эллинов, потом у римлян, у китайцев, что уставшие боги, надоели им люди, и они ушли, именно скрылись на Луне. Была и такая версия, разновидность греческих и римских мифов, что именно там обитают боги. Интересно, что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить, и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи. В 1645 году чешский астроном Антонин Рейта, впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли, сообщил, что он якобы все-таки разглядел на Луне и животных, и людей, и растения. И только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег, что на Луне нет условий для жизни, подобной земной. Но зато там наверняка обитает никто иной, как сам дьявол. Ну, доказывали, вот почему там волк воет на Луну, почему так животные в полнолуние ведут себя, почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолуние, потому что Луна – это был в представлении средневекового человека, это некое вот страшное такое исчадие греха, скопище каких-то черных, темных сил, вот, которые воздействуют на человека. Еще один любопытный факт. В 1840 году директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов и обнаружил там древний атлас, сделанный на коже газели и свернутый в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Авторы карты достаточно быстро определили. Это был никто иной, как знаменитый адмирал военного флота Отоманской империи и член географического общества султаната Пири Рейс, живший в первой половине 16-го столетия. Но географические очертания континентов, изображенные на атласе, были явно из совсем другой эпохи. Рисовали Антарктиду такой, какой она была до покрытия ее льдом. И не только Антарктиду, но и в великолепной точностью отразили восточное побережье Южной Америки. То есть намного лучше, чем это сделал Магеллан столетием спустя. Не так давно исследователи пришли к выводу, что уникальный атлас был просто срисован перерейсом с некоторых совсем древних исходных изображений южного полушария Земли. Время их появления неизвестно, но точно задолго до Рождества Христова. При этом, как выяснилось позже, нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли, например, с ближайшей опорной орбиты нашей планеты. Неужели карту рисовали из космоса? Чтобы проверить это предположение, исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора. И вдруг ученые обращают внимание. В определенном ракурсе очертания части южного полушария Земли в точности совпадают с картой перерейса. Дальнейшие вычисления шокировали исследователей. Так скопировать на бумагу берега Африки, Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны. Но кто и каким образом был способен это сделать, неизвестно. Также непонятно, как эти, если так можно выразиться, карты Африки, Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю. В начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия. Луна имеет искусственное происхождение. Это очень древний космический корабль, специально помещенный на околоземную орбиту высокоразвитой звездной цивилизации. Под лунной корой, защитной оболочкой толщиной в десятки километров, якобы укрыта гигантская обитаемая полость глубиной около 50 километров, где имеются атмосфера и различные технические устройства.
уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится, что там проводятся различные исследования. Ну, понятно, это одна версия. Другая версия, что все-таки Луна – это естественный природный объект, но просто его использовали инопланетяне, устроив там свою базу, чтобы им не мешали люди. Вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969-го, когда астронавты Армстронг и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто. Кристофер Крафт, в прошлом директор НАСА, после того, как оставил свой пост, передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку. Это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами, сделанная в Хьюстонском центре управления полетами именно во время лунной миссии «Аполлона-11». Вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык. Астронавт Армстронг почти в панике сообщает с Луны. «Это гигантские штуковины. Нет, нет, нет. Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения. Центр в Хьюстоне. Что, черт возьми, у вас там происходит? Астронавт. Они здесь, под поверхностью. Центр в Хьюстоне. Кто это они? Астронавт. Я говорю, что здесь другие космические корабли цилиндрической формы. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Центр в Хьюстоне. Можете ли вы заснять что-нибудь? Астронавт. У нас больше нет пленки под рукой. Центр в Хьюстоне. Восстановите контроль. Они перед вами? Астронавт. Они приземлились здесь. Они здесь. И они наблюдают за нами. Далее пошли шумы, что свидетельствует о потере сигнала и прекращении связи. Можно считать эту пленку фальсификацией, но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердикт. Все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям. Из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы. Это было самое необычное сообщение, которое повергло в шок специалистов Центра управления полетами. Эта фраза, естественно, убедительно говорит о том, что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме, где кишит жизнь. Я не только допускаю, я убежден, что, безусловно, очень много непонятного, очень много аномального бросалось в глаза и американцам, и операторам наших луноходов. Естественно, что инцидент, произошедший с Армстронгом и Олдрином на Луне, был засекречен. В то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции. Было официально объявлено, что на Луну отправятся Аполлоны с порядковыми номерами 18, 19 и 20. Причем космические корабли с огромными ракетами-носителями «Сатурн» для них были уже готовы. Экипажи укомплектованы, и новые места посадок на Луне выбраны. И вдруг вся американская лунная программа, в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов, внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений. Подготовленные для этого 5 огромных ракет-носителей были демонтированы. Также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты. Однако в прессу стала просачиваться невероятная информация. Некий американский военный летчик Уильям Рутледж, в 1990 году переехавший в Руанду, заявил, что никакой остановки лунного проекта не было. Полеты продолжились, и корабли под номерами 18, 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну. Но эти экспедиции строго засекретили. Более того, Рутледж утверждал, что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона. По рассказу этого засекреченного астронавта, на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения, изготовленный 1,5 миллиарда лет тому назад. Объект потряс людей своими гигантскими размерами. Почти 5 километров в длину. Корабль имел сигарообразную форму. Возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции, которые космонавты назвали городом.
В самом инопланетном аппарате члены «Аполлона-20» обнаружили следы неизвестных органических растений, а также тела двух гуманоидных существ, причем одно из них женского пола. На лице и руках женщины были странные устройства, напоминающие портативные приборы навигации. Любопытно, что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились, словно их подвергли бальзамированию. Образцы ткани и конструкции корабля были отправлены на Землю. Бывший работник НАСА Кент Джонстон, работавший в лунной программе «Аполлон», в результате исследований также подтвердил: на Луне есть города. НАСА знает, что астронавты обнаружили эти древние поселения, а также неизвестные машины с передовыми технологиями, которые способны управлять гравитацией. Но космическое агентство приказало закрыть информацию, и он был вынужден долгое время молчать. Но почему вдруг более чем сенсационное открытие, сделанное астронавтами на Луне, попали под гриф «секретно»? И не просто, а совершенно секретно. Если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами, безусловно, человечество надо подготовить к этому. И подготовить непросто. Это не пропагандистская машина, которая за один день, даже за год заработает. Тут действительно нужны десятилетия, чтобы понять, как это преподнести человечеству. И подготовка человечества к тому, что на Луне есть что-то необычное, уже идет. Вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года. На брифинге в Национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в программах изучения Луны и Марса, сообщили о результатах обработки полученной информации. Было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне. Так, в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение, накрытое прозрачным куполом. Купол выполнен из материала, похожего на стеклопластик или хрусталь, и имеет странную особенность – он сияет изнутри голубым светом. Кроме этого, исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли. Например, такую. В 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта, находящегося в центральном заливе Синус Медиа. Фотообъектив запечатлел гигантский высотой 11 километров холм с несколькими башнями, поднимающимися над поверхностью Луны. Можно предположить, что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава. Эта порода распространена на Луне так же широко, как и на Земле. На Луне, наверное, как кто-то живет. То есть там есть базы, которые нам известны, которые, может быть, находятся в каком-то в зависимости от нас или хотя бы наблюдаются нами. Вот. Недаром же сотрудники НАСА вот недавно еще раз сообщили, что скорее Луна повернется к нам обратной стороной, чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про Луну. Не дождетесь, типа. И еще. После закрытия лунной программы долгомолчавший Вернер фон Браун, конструктор немецких, а впоследствии и американских ракет, заявил: «На Луне есть силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Я не имею права говорить о подробностях. Скажу лишь, что математику не обмануть». Фон Браун имел в виду силы, изменившие траекторию одной из его лунных ракет. Может, от того предупреждения Барака Обамы, то тогда мне придется вас убить, звучит совсем не шуточно. И связано в первую очередь это с тем, что происходит на Луне. Не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра, следящим за нами.
И все-таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников, а также слухи и легенды о таинственных внеземных базах на обратной стороне Луны, пока еще не доказаны. И они не могут быть доказаны или опровергнуты, пока мы не возобновим космические экспедиции. Конечно, новый полет на Луну не станет гарантией того, что вся информация будет раскрыта. Тем не менее, будем ждать и верить, что контакт все же произойдет. Смотрите и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересных видео обо всем непознанном, тайном и загадочном.